Привет. Ну что же, проходим, проходим. Дальше медиума. Медиума, медауна. А что я сделал так? А, я включил свет. Где? Так, задача моя. Строить жилые помещения. Nice decor. Миленько. Очень минималистично. Minimalist. Че? А что случилось? Че, блядь, с управлением? Все время нет. Хивать хуйня какая-то. Huh. А, плесень. Довольно свежая. Видимо, кто-то был здесь совсем недавно. Someone's been here recently. Да, как тихо, теперь здесь только мы с ней. Я и она, так странно, но так прекрасно, как будто так и должно быть. Надо насладиться моментом. Я уже начал переносить мастерскую поближе к гостинице. Если что-то случится, я не хочу, чтобы она была рядом. Скоро я пойду туда, чтобы вернуть ее. Его. Вернуть его. Я вижу только два исхода. Либо мы вернемся вместе, либо не вернемся ни один. Он пошел за своим этим вторым. Я так с этой стороны стола управление, что ли, тупит? Да нет, нормализовался. Возможно, попасть на ту же сторону, если на достаточно осколков. Да. Опять нас затупило. Да мать твою! Что за хуйня происходит? Okay. Here's one. Так. So far, so good. Уже неплохо. Да господи! Что с тобой, блядь, овца? Я начал перезагружу игру, потому что невыносимо. Это просто пиздец. Так, ну вроде бы я перезагрузил вообще полностью комп, и вроде бы управление стало адекватно опять работать. Не знаю, видать, сам этот затупил. Так, мне надо комнаты рассмотреть на зеркала. Просто музыку буду играть.
Another one. Так, еще одно. А чё эта музыка так переросла, типа, в наушники? Правда, так и не перестал заниматься, интереса всё этим. Реально музыка? Я же её в радио включил. Типа, такой прикол? Если прикол-то круто. Сегодня она едва меня не увидела, почувствовала меня. Я должен был это предвидеть. Нужно осторожнее держаться от нее подальше. Зачем? Я просто... Я постоянно думаю о ней. Я думаю, я знаю, что правильно поступил, оставив ее в больнице. Так будет лучше для всех, а главное для нее. Но я все думаю о том дне. Дне, когда мир изменится. Когда она узнает, кто она на самом деле, она ничего не поймет, она испугается. Я должен быть рядом, чтобы помочь ей во всем разобраться, поддержать ее. Нет, она справится. Она сильная, совсем как ее мать. Джек Оркан. Ачивка «Неизвестный результат». Похоронное бюро, последний путь, Джек Оркан, номер телефона, не звони. Это явно рабочее место, сочувствую его решимости. Чем он не работал, он остался. Как ты пытался изгнать монстра и вернуть другого себя? Наверное, вернуть себя другого, чтобы изгнать монстра. Гипотеза. При сильном потрясении душа может расколоться на две сущности, чтобы справиться с несущим наблюдением. Сущности могут относиться друг к другу как дружелюбно, терпимо, так и враждебно. Как уничтожить одну из них? Не уничтожив и вторую. Или все-таки это мы на дна. This should be enough. Let's make magic happen. Надеюсь, магия сработала. Так, свет мое зеркальце. Matt.
Ты? Ты жива? Томас? В каком-то смысле? Да. Wait. Стоп. Ты другой Томас. You're the other one. Ты дух. The spirit. But the hound. Но вот ловчий. I thought you were gone. Я думал, ты погиб. Погиб. Нет. No. No. Я попал в ловушку. Trapped. Я долго был заперт. I spent был years in Henry's flat up world. Как ты его изгнала? You sent him away. И наконец обрел свободу. I could finally break free. That's why you're so important. Вот почему так важно. You can finish this. Ты доведешь дело до конца. Where is he? Где он? Where is my father? Где мой отец? I don't know. Я не знаю. Впервые за всю свою жизнь я не ощущаю его присутствия. I don't feel his presence. I've been away for so long. Мне так долго не было. Could you... Останься, мне долго. Could you stay? А расскажи мне, с чего все началось? Tell me how all this started. Ну, типа начало, да? Все началось с мертвой девочки. А Лили, неужели мой отец? Нет, он бы этого не сделал. Он не смог бы. Он ее любил. Он ее очень любил. Он любил вас обеих. Тогда что с ней случилось? Что это за место? Здесь он ее держал. Та комната. Существует только в одном мире. В другом миру она не поддавалась. Томас создал ее, чтобы иметь возможность побыть одному. Только там он мог чувствовать себя нормальным. Мог укрыться от своих способностей. И от меня. Комната пригодилась. Да, Лили стала нестабильной. Нестабильной? Что это значит?
Она тоже медиум, Марианна. И очень сильный. Видимо, это семейное. Когда Ричард ее обидел, в ней что-то пробудилось. Что-то ужасное. Я знал, что однажды она вырвется на свободу. Вот что боялся твой отец. Он хотел предотвратить это. Вот почему он позвонил мне. Но это значит... Да, Лили жива. Ее еще можно спасти. Найди ее, Марианна. Где она? Где моя сестра? Ты сама знаешь. Озеро. Эта тварь же близко. Иди, я задержу ее, насколько смогу. Я тебя не брошу. Всех не спасти, бабочка моя. Уж я-то это знаю. Еще. Мне жаль. Что он сделал? Он нас выгнал, да? Из этого мира. Какие-то мои решетки какие-то. Далековато он скиданул. Так, двойник Томаса нас как-то выкинул. Или тень Томаса, или демон Томаса. Я так и не понял, кто он. И мы где-то вышли. Так, способности я не могу. Боже мой, это оно. Песня. То место, что мне... Я тысячу раз шла этой дорогой во сне. Я знаю здесь каждый камушек. Но на этот раз... Что-то изменилось. Так, здесь, походу, ничего не лежит, не валяется. Надо просто идти вперед. Да, фон выглядит достаточно красиво. Я уже близко. Я это чувствую. Очень отчетливо чувствую. Thank you.
Лили? Ну, я так и думал, что амулет, типа, еще вторая половинка. Наконец-то ты пришла. Лилиана. Я тебя ждала, сестренка. Лили, я не знал. Я не понимала, прости. Ничего, так даже лучше. У тебя хотя бы была нормальная жизнь. Пусть и недолго. Ёбаны. Лилиана, в тот день, когда наш дом загорелся, я заключила сделку. Измученная часть моей души вырвалась на свободу. Ты про то чудовище? Ну зачем? Чтобы спасти тебя. Она помогла нам спастись, но взамен я должна была ее освободить. Чтобы она пожирала, разрушала, убивала. Резня в доме Нави? Нива. Да, те люди умерли, чтобы мы выжили. Вместе со мной выжили мои демоны. Отец знал, что мои силы опасны, и он оставил тебя в больнице, чтобы дать тебе шанс на нормальную жизнь. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? А ты? Он пытался? He tried to. No. Нет. Хотя, может быть, и стоило. But he couldn't bring himself. Но не смог это сделать. Instead, вместо этого он запер меня. He locked me away. Хотя так он только... Монстр. Монстр вырос. Не, вообще не похоже, а теперь ты здесь, и только ты сможешь все исправить. Не, вообще не похоже, как сестры. Знаешь, мы обе унаследовали не только дар отца, но и его судьбу. И сон. Сон. Но. Мне снится только девочка, которая убивает. На этом самом пирсе. Это ведь ты. Разве этого не произошло? Нет. Ты видишь не прошлое. В том сне. То, чего я жду. Что? Я конец всего. Но... Нет. Нет. Ты не можешь изгнать дух, пока жив сам человек. Вот почему ты так не смогла убить монстра. Вот почему печаль не хотела уходить.
Ты же моя сестра. Вот почему это должен сделать ты. И не хватит сил. Монстр мне не позволит. Только ты можешь положить всему конец. Только ты можешь сделать то, с чем не справился отец. Лиана, я не могу, пожалуйста. Не заставляй меня. Это единственный способ избавиться от него. Остановить череду смерти. Лили. Оба, пизда, он явился. Марианна, что происходит? Старый костюмчик. Теперь слишком маленький, тесный. Вот как ВПС упал. Я из него вырос. Мне нужен будет новый костюмчик. Блять, ебать, как ФПС. Я хуею. Что он делает? Он не умеет, как ты сказал? Я твой единственный шанс. Не так ли? Тебе нужен медиум, достаточно сильный, чтобы тебя выдержать. Тебе нужна я. Других не хватало надолго. Ты всех сломала. Марианна, не надо, пожалуйста. Прости, но не тебе выбирать. Все-таки моя жизнь. Нет, остановись, не надо. Пожалуйста, сестренка, освободи меня. Нет, не подходи. Да застрели ты, блядь, ее уже нахуй. Чё? Чё у неё, блядь, за треугольники? Скачал обнову на 14 гигов. И FPS полетело к хуям. Замечательно просто. Всё началось с мёртвой девочки. Ачивка. Всех не спасти. Так а чем, блядь, закончилась история? Господи. О, смотри, продолжение есть. Я надеюсь, она просто застрелила свою сестру и все. Потому что смысл был сам застреливаться. Монстр-то останется, он также будет убивать, ходить. То есть она его не остановила. Часы Томаса. Слом какой-то. Серьезно, это все? Да, типа, может, DLC будет, где они продолжат рассказ, какая концовка, потому что что-то непонятно. Ну, заставку поменяли. Ну, молодцы. Ну, конец вообще, то есть, она тупая, реально, потому что, ну, смысл убивать себя, типа. Это вообще. Тебе же, блядь, дури сказали, монстр не уйдет, пока жив носитель. Овца тупорылая, блядь, я хуею. Какая тупость. Это к чему-то эта драма в конце. Застрелила, и все, ты, блядь, и всю жизнь нахуй не знала, тут вдруг узнала и такая, мне не все равно. Типа, я тебя никогда не знала, нахуй. А теперь узнаю, что ты моя сестра, из-за тебя дохуя людей погибло. О, нет, это меня остановит, я не могу тебя убить.
Единственный выход, ну хорошо. Бац, и все. Все, все монстры закончились. Все спасены, весь мир спасен. Нет же, блин. Не знаю, не нравится мне концовка. Совсем разочаровал. Вся я в этой игре.